Французские посольства по всему миру переведены на чрезвычайное положение. Французам за рубежом рекомендуют не собираться вместе в кафе, ресторанах, общественных местах. Французский лицей в Москве приостанавливает занятия на неделю. Такая же директива по всем французским организациям в России. В Москве меры безопасности из-за парижских терактов усилены. Патрули в общественных местах, под особым контролем вокзалы, аэропорты и железнодорожные станции. Росавиация заявляет о введении дополнительных мер авиационной безопасности. Национальный антитеррористический комитет России уже заявил, что все системы безопасности страны приведены в повышенную готовность и обратился к гражданам с призывом быть бдительными. Компетентные органы нашего государства принимают надлежащие меры по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности граждан. В свете новых угроз все составляющие системы обеспечения безопасности приведены в повышенную готовность. Национальный антитеррористический комитет призывает граждан Российской Федерации проявить большую ответственность и бдительность перед лицом новых вызовов и угроз со стороны международных террористических организаций.